екатеринбуржцы! Вот, камера сейчас покажет всех тех людей, которые здесь с нами собрались, которые стойко стоят, кушают вместе с нами, преломили вместе с нами хлеб. И все-таки, вот действительно, что бы ни случилось, какой бы дождь ни был, мы поддерживаем всю страну, всю Россию. Ип-ип! Ура! Идея заключалась в том, чтобы объединить 6 городов, не просто в одном городе застолье, но сразу в 6 городах большое застолье. 500 килограмм у нас круассанов, вафелек, печенинок, булочек. 500 килограмм у нас морепродуктов, это всевозможные приготовленные селедочки. 300 килограмм паштета, 2000 литров кваса. Мясо бы не помешало тоже. Да. Было бы мясо, было бы круче, конечно. И что-нибудь горяченькое. Картошечка хотя бы вареная. Или жареная, не знаю. Чаечек скажи. Как я уже говорил, мы сегодня стараемся попасть в Книгу рекордов России. Как самое глобальное и большое застолье. Поэтому огромная просьба всем присесть на места, занять места за столами. Потому что к нам приехал человек с Книгой рекордов России. 56, 57, 58. Ожидалось около 400 человек будет в Екатеринбурге. И, конечно же, погода подвела. Погода, и вот люди проходят, посидят, покушают и уходят. 193 человека. Ну, я надеюсь, что у нас есть еще время и розыгрыши впереди. И, возможно, люди придут, и мы еще раз сможем посчитать. Именно здесь, именно в нашем лучезарном городе на юге России, по случаю выхода второй части нашей мэшей кинокомедии «Горько» было организовано уникальное многотысячное застолье. Стол вообще шикарный. Вот. Селедочка в вине. Если бы еще под вино, так... Так говорили, алкоголь это не будет. Но не будет, тут а квасом. А мы все равно нашли. Вот взяли, дальше взяли мы это, вот это взяли. Ну и там сладкого немножко взяли. Ну а как же не взять? Все пропадет. Мы прочитали в интернете, что будет такая акция. Называется «На самую хлебосольную семью». Когда мы его сегодня пекли, он так хотел, видимо, попасть на этот праздник, что он даже слегка вышел из формы, и получился вот такой вот носик. И мы его так оформили и назвали «Хлебушка». Всем хлеб и соль!